Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом выпуске я покажу, как я нарисовала мою интерпретацию ботанической иллюстрации. Я использовала микс-медиа бумагу, акварель и карандаши, и iPad для референса. Рисунок у меня был уже выполнен заранее. Я не думала, что я буду использовать акварель, но в какой-то момент я решила закрасить это все дело и снять это все на камеру. И я очень рада, что у меня получилось собрать по кусочкам и смонтировать это видео. Изначально оно было больше 30 минут, но, естественно, никто так долго смотреть не будет, как я рисую. Как вы видите, я начала с желтого подтона и постепенно набираю на кисть красный оттенок и дополняю вишню красным цветом. Для этого проекта я использую свою новенькую палитру от Winsor & Newton. Обалденная вообще краска, конечно. Мне очень она понравилась. Насыщенные цвета, очень колоритные. Изначально я просто планировала сделать такой быстрый скетч чернилами, ну, либо фломастерами и карандашами. Но потом решила, почему бы и нет, почему бы не использовать новую краску, которую я купила. И начала вот этот процесс, записывая на видео. К сожалению, эта бумага не подходит для акварели. Как бы нужно специальную бумагу по плотности, подходящую для акварельных красок. Максимум, что вот эта бумага может выдержать, это карандаши и маркеры, фломастеры. Нет, ну конечно, выдержать-то она сможет, эта бумага, но мне не нравится, как ложилась краска. Мне хотелось, чтобы она растекалась, перетекала в один цвет в другой и так далее. Но вот, к сожалению, этого эффекта не было. Как вы видите, сейчас я закрашиваю как можно темнее вишню, которая находится как бы внизу под другими вишнями, чтобы получить вот этот 3D-эффект. И постепенно создаю такой вот эффект наложения слоев один за другим. Дальше начинаю рисовать, точнее закрашивать листья. Всегда красим светлый тон сначала, а потом добавляем более темные оттенки. Постепенно закрашиваю листву, накладывая один слой за другим, добавляю охру, и такой получается немножко затемненный такой эффект. После того, как все слоя на вишне высохли, я добавила синие и фиолетовые оттенки, чтобы затонировать вот этот красный цвет, и вишня казалась более гармонична и реалистична.
После того, как краска вся высохла, я решила на этом не останавливаться и пойти дальше. Взяла свои карандаши, они такие у меня очень простые. Изначально я всегда смотрю, какой цвет, как бы на листе просто бумаги, а затем уже рисую сверху моего акварельного рисунка. И таким образом просто получается еще более реалистично, добавляю все детали. Далее для глянцевого эффекта спелой вишни я добавила гуашь Titanium White просто обычной тоненькой кисточкой прямо сразу же из вот этой вот из тюбика. Это кисть Белка. Я купила ее в прошлом году, в 23-м, в Санкт-Петербурге. В основном я использую искусственные кисти. Я предпочитаю их, потому что они лучше держат воду. После того, как все слоя высохли, я решила создать еще больше 3D-эффект и сделать тень. То есть тень от вишни и от листиков, используя сочетание красных и синих оттенков. Я получила вот этот вот фиолетовый красивый цвет и считаю, что очень даже неплохо получилось. Вот такой набор я использовала для черчения, для зарисовок вокруг вишни, как вы видите. Механические карандаши вообще отличного качества, мне они очень понравились. Но, к сожалению, я забыла записать сам процесс рисования. Ну, в принципе, ничего сложного там нет, просто как бы берете карандаш и рисуете. Вот такая вишня у меня получилась, очень сочная, красочная. Как вам? Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Если вам это видео было интересно, то, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго и до новых встреч в новом выпуске.